ребятушки, решила подснять вам. Хотела снять тут у нас viewpoint на речку Обь. Полынья образовалась. Но здесь такая огромная стая собак. А я собак, знаете, генетически как-то немножечко, ну, так побаиваюсь. С этим, ну, ничего не сделать, никак не лечится. И они, видимо, почувствовали вот это и решили подойти поближе. А еще я не поняла, вот у них ушки, такое чувство, что их там, может быть, стерилизовали или что. И, видимо, отпускают на волю. И представляете, вот у нас в Сургуте вот так вот бегают вот эти стаи. Я про них читала, что они бегают по городу иногда. Могут и нападать. Но вот видите, какая огромная стая. Там еще одна, один барсик решил просто понаблюдать издалека. Видите, там сидит барсик такой. Они, конечно, красавицы, но кто знает, что у них там на уме. Смотрите, как волчья стая, как будто бы. Вообще, конечно. Я давно не видела таких огромных стай. Но обычно, кстати говоря, когда стройки, там и вот какие-то собаки, видимо, их рабочие подкармливают или просто чем-то все это дело привлекает. Видите, здесь снова началась стройка, был долгострой. Что-то строят. Рядом находится у нас частный сектор. Вообще Сургут, конечно, город контрастов. Частный сектор, который расположился вдоль реки Обь. И вот новострои. Ну вот, видимо, это их территория, раз они здесь решили так потусить вальяжно. Ну так вот внешний вид, я смотрю, ухоженный у этих собачек. Конечно, они симпатичные, ничто, ничего не скажешь, но что-то как-то мне было боязно рядом стоять с ними. Такие прям шубки на них хорошие. Видно, что не голодные. Ну, знаете, они как-то на волков похожи. Да, вот такие вот стаи у нас в городе.